В Ридере сегодня снова объявлена чрезвычайная ситуация. Накануне утром на местной ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли. Ее волной разрушена часть ограждающих конструкций на площади около 80 квадратных метров. Подачу угля восстановили за полдня, но пока работают только два котла из шести. Температура в системе сейчас едва достигает 35-40 градусов вместо положенных 70 и выше. На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Комиссия проводит расследование, сообщили в Министерстве энергетики. Результаты будут готовы в течение 10 дней, пока местные исполнительные органы взяли на себя управление ТЭЦ. Мы вынуждены сегодня взять управление станцией на себя. Практически сегодня решены вопросы обеспечения станции мазута, углем, электрической энергией и другими необходимыми компонентами для эффективного осуществления работы станции в этом режиме, который позволит довести до логического завершения тепловой режим и тепловой сезон этого года.